2022 год, 22 декабря, значит, больной просит, чтобы мы через инъекции лечили. 2022 yıl, 21 декабрь günü bimor atyaptı biz köproq şu ukollar bilan davolansak deyapti. Вообще как нужно лечиться? Qanday qilib davolanish kerak va qaysi davolanish ma'qulroq? Какой вид лечения нужно самый эффективный? Вот есть такой пословица, иногда говорят, что это не пословица, в общем, такое хорошее правило, что как бы это привязывается умственным Черчиллом, что нужно работать, то есть работать лежа легче, чем работать сидя. А работать сидя легче, чем работать стоя. Точно так же лечение без лекарств – это самый лучший способ лечения. И когда, значит, выбирается лекарственное лечение, лечение через препаратами, таблетками, сиропами, перос – это самый лучший метод лечения. А когда требуется лечение через кровь, когда вот внутримышечно, под кожей или внутривенно, все равно, значит, кровь выходит. Нужно, конечно, обязательно под кожей или внутримышечно. Если требуется лечение с кровью, то надо, конечно, без операции, обязательно инъекционное. Поэтому вот так нужно лечиться. Дорли доволаништа абзарроқдир. Энди дорилар билан доволанганда уколларсиз таблеткалар билан, сироплар билан доволаниш, демак уколлардан доволанишда абзарроқдир. Энди ина тиққанда қон чиқади, шунинг учун қон чиқадиганини ҳисобга олиб туриб, агар операция қилиш ёки укол олиш бўлса, демак албатта уколлар орқали доволаниш операциядан кўра абзарроқдир. Doğru şunu kıseler, demek ki hiç kaça anlaşmışsınız. Если следуете по моим советам, то значит не будете ошибаться. Дай Богу вам здоровления, Аллах спасибо.